интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Моторола. Вчера на этом месте был убит наш мальчик-снайпер Щегол. И два наших бойца были тяжело ранены. Я не стал это снимать, я выключил камеру. Почему? Потому что вот их кровь. Один 200-й, два тяжелых 300-х. Царствие небесное Щегол. Терминальчик, по которому мы работаем. Снайпер на второй! Снайпер на второй! Пошли! Где чё, кто? Лишних не надо. Пошли, лишние. Пошли отсюда. Суетит. Мы сейчас это спугнем. Нашел снимать, застой. Сука, кусты, видимо. РПГшник будет работать? Будет, будет, но не сейчас, потому что вот движение своих, походу. Ага. Не кусай, Маша. Так работает наш. Ух, кто это такие? Вот по этому переходику мы бегали со старого в новый терминал. Уже не бегают. Давай, давай, брат. Короткими по терминалу. Блядь. Ох, блядь, моща, да? Зенитный вариант. Скала, улыбнись в камеру. Смотри, наших не зацепи. Так, обрабатываем старый терминал. Я помогаю своим, мы открываем свои. Хорошо, молодец. Перекинул. Одиночными давай. Слышишь? Давай сюда внутрь. Я не вижу, он едет. АГС, джайм, переносим. Попал.
А ну, рот закрой! Ура, по мне работали, Ген! Слышишь? А ну! Что? По мне пиздоваться! Куда? Откуда? Я не знаю, откуда! Вокруг меня пулевые были! Плески! Увидели, послухло! Давай не работай! Сейчас мы их, блядь, пропадем! Выше возьми! Нормально! Да, блядь, улети! Расстояние маленькое, а выше! Да я ж попросил! Едем. Уйдет с огня. Иди сюда. Что сейчас происходит? Кошмарим. Забьем, возьмем его, возьмем. Закрепились на новом терминале, продвигаемся понемножку дальше. Да, огневая поддержка наша. Да, возьмем терминал, блин, им деваться, добьем, додаем. Все, спасибо, брат. Все, стоп, сейчас наши пойдут. Вернулся, будет мстить за всех ребят, которых здесь обидели, тронули. Вот. Я вернулся с новыми силами, с БК. Вот. Я этот флаг повешу на самом терминале. А вы, уроды, будете смотреть, как я это делаю. Смотря на коленях и плакая, то что вы проиграли. Вы воюете против детей, твари. Так, ребята, вот это наш гном. Он очень любит пластид, запомните. Да, я люблю взрывать. Я не представляю, да, все его там знают. Бойтесь меня. Брат, а пятница. Он со мной пластидом поделился еще. Брат спрятался. Брат, как тебя зовут? Мазал. Как? Мазал. Ты наш? Мотороловский. Кто еще Мотороловский? Как это? Я. А, топорище, дружище. Ой, СПГ-9 будет работать, да. Брат, СПГ-9 работает. Узбекистона рулит. Брат, топор, который рубит из СПГ-педерастов. Идет бетонка, а потом скат, как местные говорили. И он за этим скатиком прячется, вот так туда-сюда катается. То бишь отсюда его будет видно, когда он упадет. Его ебнут нахуй отсюда, блядь. Thank you.
наших обкладывают. Наши гаубицы поработали по старому терминалу. Видно, к сожалению, плохо. Ген, снимаешь? Да. Взрывается склад боеприпасов украинской армии, которая находилась на территории Донецкого аэропорта. Простите, друзья, за плохое качество съемки, но камеры лучше у корреспондента Моторолы нет. Многие обещают, но никто пока не присылает. Вот в паузах между боями брат мой матрос рассказывает о самом заветном своем желании. Расскажи, пожалуйста, остальным. Закончим войну. Победим, не закончим, а победим. Выгоним укров с нашей земли. Я займусь тем, о чем давно мечтал. Мечтал найти столицу половецкой орды Шаруканидов. По моим прикидкам, она находится где-то в районе Славянска. Вот это моя мечта. Работать в краеведческом музее, каким-нибудь хранителем, смотрителем. И посвящать свое время изучению родного края. А основная загадка, допустим, археологическая, где же находилась эта столица Шаруканидов? Еще хочу разобраться, меня очень интересует Салтово-Маевская археологическая культура, которая была, существовала на территории Харьковской и Донецкой области. В пойме реки Северский Донец. Я не считаю, что это был русский каганат, как забыл фамилию женщины, которая написала целую книгу, что это столица русского каганата. Нет, жили потомки аланов, потомки булгар в симбиозе в каком-то определенном. Были анты там, прославяне. Или, ну, как считают некоторые, ославянины и скифы. Вот это его дело. Гена снимает срач, в котором это все говорится. Ему нравятся контрасты, блин. Ты еще дучку-то сними, куда мы ходим, где когда нет воды. А еще я стреляю с пулемета. И вышиваю крестиком.